20 июня состоялась коллегия администрации Кировского района. Руководители районных служб обсуждали вопросы о состоянии преступности на территории Кировского района, мерах ее предупреждения и миграционной ситуации. За первые 5 месяцев 2013 года преступлений в районе стало меньше, чем за такой же период в 2012 году. Общая характеристика состояния преступности за 5 месяцев 2013 года характеризуется общим уменьшением количества зарегистрированных преступлений, хоть и незначительным, на 1,2%. Уменьшилось количество поступивших в дежурные части ОМВД территориальных отделов полиции заявлений, сообщений и иной информации о противоправных действиях. Ее уменьшилось на 9%. Несмотря на то, что количество тяжких посягательств на территории района уменьшилось на 7,4%, при этом произошел незначительный рост преступных деяний данной категории, совершенных на улицах, на 3%, при общем увеличении количества уличных преступлений. Данный рост произошел за счет активной работы по выявлению преступлений, в том числе наружными нарядами. Так, за отчетный период количество раскрытых преступлений нарядами увеличилось на 8,5%. В настоящее время в рамках городской программы на территории района устанавливаются камеры видеонаблюдения. На коллегии также отметили необходимость вести разъяснительную работу с людьми по установке охранной сигнализации в квартиры. Председатель коллегии, глава администрации Кировского района Сергей Иванов, заслушав доклад, отметил, что необходимо принимать конкретные меры по профилактике и предотвращению преступности в районе. Там, соответственно, где мы устанавливаем в рамках городской программы уличное оборудование, я имею в виду камеры, соответственно, рассмотреть возможность дополнения вот этой городской программы, программы, связанной с установкой либо на домофонах, как сейчас иногда это делают, да, либо отдельным камерам, с подключением, собственно говоря, со входа в эту единую систему. В ходе коллегии прозвучал доклад по миграционной ситуации в Кировском районе. За первые месяцы 2013 года проверялись торговые зоны, объекты строительства, промышленные предприятия. В отношении лиц, допустивших нарушения миграционного законодательства, составлены протоколы об административных правонарушениях. В Кировском районе с начала года зарегистрировано 326 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Также сотрудниками отдела проводились мероприятия по проверке информации по ЕНИНОМ, поступившие от граждан по телефону доверия управления. За текущий период поступило 24 сообщения, за аналогичный период прошлого года на этот момент поступило 27 сообщений. После обсуждения докладов руководителям государственных структур было рекомендовано усилить взаимодействие по реализации комплекса совместных мероприятий, направленных на решение вопросов в сфере правопорядка и безопасности на территории Кировского района Санкт-Петербурга.